Большая утрата для республики. На 56-м году ушла из жизни народная артистка Карачаева-Черкесии Лиана Ижаева. Больше 30 лет актриса посвятила работе в Карачаевском драматическом театре, где сыграла десятки разноплановых ролей. С одинаковым мастерством играла и комедийные, и драматические роли. Сама Лиана Убекирована отмечала, что выбрала профессию еще в детстве, и ее работа в театре – воплощение мечты. Главным в своем творчестве актриса считала возможность через искусство влиять на национальную культуру, сохранять традиции и родной Карачаевский язык.